Друзья, привет, с вами Станислав, магазин Гироскутершоп. Солнечный день, немножко, правда, ветерочек. Вот решили в этот день с вами поделиться очередной новинкой среди самокатов, уже от компании Сяо. Сяо М365 1С. Давайте посмотрим, кто-то его просто называет сейчас 1С, Сяо 1С, кто-то М365 1С, да, то есть давайте с вами вместе распакуем его, посмотрим, соберем, прокатимся, посмотрим, что здесь, что этот самокат из себя представляет, какая комплектация и какие изменения, потому что производитель Сяо заявляет, что это самокат вышел на замену М365 классического, который нам с вами, друзья, давно достаточно полюбился, как хороший, надежный городской самокат со своими плюсами, ну и минусами, конечно. Давайте с вами вскроем, посмотрим коробочку, что внутри. Итак, коробка у нас, видите, да, идет стандартная, как на 365-м, на обычном. Что у нас в комплектации? Здесь также стандартным такой в виде картинок инструктаж идет. Данный самокат выпускается, также идет в белом и черном цвете. В двух расцветках бывает. Здесь мы с вами видим инструкцию, ключик шестигранный и болты стандартные. Упаковка пенопласт стандартных, хорошо упакованы, как в принципе вся продукция Xiaomi. Кстати, немножко изменилась у них упаковка, если сейчас вы обратите внимание. Раньше, если помните, внизу было зарядное устройство, да, то есть и шестигранник, то здесь уже у нас пенопластик, который сверху идет зарядное устройство. Сейчас мы достанем с вами, посмотрим. Зарядное устройство у нас идет стандартное с вами, 2-амперное, оригинальное. У нас версия сейчас на обзоре китайская, то есть они еще бывают в европейской версии, но пока европейскую, вот сейчас снимаем с вами китайскую. Вилка идет китайская, то есть нужен переходник. Переходник у вас будет в комплекте при покупке в нашем магазине. И переходник для подкачки колес. Ну, в принципе, 2 ампера зарядка стандартно, учитывая того, что если у нас с вами идет такой же аккумулятор 7,8 ампер, элементы LG, то по времени зарядка займет около 4 часов. Давайте достанем сам самокат. Коробочку берем в сторону. Ветер дует, задувает. Колеса у нас с вами упакованы в пленочку, так же, как и рулевая колонка. Поставим на подножку. Xiaomi нравится, на самом деле, знаете, даже вот распаковываешь его, да, то есть вот, в отличие от многих других каких-то производителей самокатов, то есть прям приятно распаковывать, доставать, то есть продукция настолько сделана качественно и хорошо, что даже с мелочей, с той же самой упаковкой, да, то есть они, компания Xiaomi подходит очень ответственно. Ну что, друзья, собрали с вами самокат. Напомню, что это Сяо 1С у нас с вами, новиночка 2020 года, компания Сяо. Внешне, в принципе, он ничем не отличается от 365-го старого доброго. Только отличие, как если вы обратите внимание, когда камера пойдет поближе, у нас изменился с вами бортовой компьютер. Как вы помните, если мы сравним с вами старую версию 365-го, как при включении бортового компьютера, нажатие кнопочки, у нас были с вами индикаторы, да, то здесь уже у нас полноценный дисплей со всеми индикациями, да, и показателем скоростного режима. Такой же, как стоит на Xiao Pro версии. Что мы с вами здесь видим? Конечно же, мы видим это, как я сказал, спидометр, который показывает нам с вами пробег скорости максимально, 3 режима скорости. То есть это нажатием двумя нажатиями кнопки Power, Eco, Drive. Drive, это у нас средняя скорость, и спорт режим. По заявлению производителя, также, в принципе, как на предыдущих версиях Xiao M365, максимальная скорость, которая здесь возможна, это до 25 км в час разогнаться. И учитывая того, что здесь аккумулятор с вами идет такой же, как на 365, 7,8 ампер-часов LG элементы, то максимальный пробег до 30 км. Максимальная нагрузка данного самоката выдерживает до 100-120 кг.
Колеса идут у нас с вами надувные, 8,5 дюймов. У меня, на самом деле, у самого большой интерес к данному самокату. Насколько, интересно же, компания Xiao позаботилась и изменила ли конструктив покрышки снутри. Как вы помните, наши дорогие друзья и подписчики, что одной из особенностей данного городского самоката это было, что нужно обязательно в данных колесах, они у нас с вами идут пневматически надувные, камерные, держать давление, то есть минимум 3,5 атмосферы, то давление, которое держать необходимо. В ином случае, на старых версиях 365-х покрышки начинали жевать камеры с внутренней стороны, что приводило к его, соответственно, замене этой камеры. Вот, поэтому, как здесь изменили, Xiao заявляет, что якобы данный самокат доработали, да, то есть, но это, конечно, покажет только, безусловно, время и эксплуатация, то есть, и, конечно же, данные, уважаемые наши подписчики и зрители данного просмотра, если кто-то уже приобрел данный самокат и имеет уже опыт вождения, большая просьба в комментариях поделитесь, нам очень интересно ваше мнение. Ну и сами, конечно, будем катать, обкатывать и с вами обязательно также поделимся этим мнением. Вот. Что дальше касаемо этого самоката? В принципе, здесь сказать больше особо много нечего, да, то есть мы пробежимся с вами просто от тех характеристик, которые стоят в нем, то есть такие же, как и М365, повторюсь. Курок газа стандартный, не изменился, звоночек, рукоятка тормоза, тормоз у нас с вами рекуперативный идет, да, то есть задний тормоз дисковый. Данный самокат поддерживает у нас с вами приложение. Приложение поддерживается на базе Android и iOS, то есть с приложением, которое вы подключаете Mi Home. Вы можете смотреть его, настраивать данный самокат, да, то есть смотреть все его параметры приложения и ставить ограничения. По визуально, по крайней мере, клиренс он не изменился, остался таким же. Внизу на экране вы видите его характеристики, можете посмотреть, при желании остановить, нажать кнопку паузу и уже ознакомиться более подробно с его параметрами, габаритами и клиренсом. Здесь фара у нас осталась такой же, без изменений. Одним нажатием кнопки мы включаем с вами фару. В вечернее время интересно посмотреть, как она светит, но я думаю, ничего такого особенного нету. Также по заявлению производителя компании Xiao, они позаботились и уже, конечно же, усилили язычок складного механизма по заявлению производителя, что было также из одной особенности 365-х предыдущих старых версий, когда появлялся у нас с вами люфт, да, то здесь уже они позаботились и изменили по заявлению, опять же, производителя. Складной механизм, в принципе, сам по себе остался конструктив такой же. Повторюсь, кто не знаком, для того, чтобы его разложить с нами, убираем сбоку фиксатор, нажимаем язычок, да, то есть вниз опускаем и складываем. Складываем, соответственно, у нас звоночек, здесь петелька есть, на крыло цепляем. У нас зацепился, мы можем его поднять с вами и перенести. Самокат достаточно компактный, да, то есть удобный для переноски. Вес данного самоката составляет 12,5 кг. В принципе, для самоката с надувными колесами городского режима, с таким емкостью аккумулятора, достаточно достойный и, в принципе, удобный. Складной механизм, повторюсь, в принципе, остался таким же, конструктив, но язычок уже вроде как посолиднее выглядит, по крайней мере. На момент съемок, а сегодня у нас с вами 25 июня, на момент съемок цена данного самоката составляет 29 900. В свободном доступе в нашем магазине, поэтому, друзья, обращайтесь, ссылка в описании. Кому интересно приобретение данного самоката и тест-драйв, в нашем магазине вы всегда можете приобрести любую технику, покататься, тест-драйв. Тест-драйв у нас бесплатно, будет бесплатное обучение по катушкам на самокате. Поэтому всегда будем рады вас, звоните, обращайтесь. Итак, ну что, сейчас с вами поедем покатаемся, посмотрим. Кстати, забыл добавить, что габарит заднего самоката остался точно такой же, то есть, в принципе, без изменений, крылья точно так же, все. Да, в принципе, здесь добавить на самом деле особо нечего. По моему мнению, это что изменилось, на самом деле, если мы с вами резюмируем, да, то есть это бортовой компьютер, да, то есть и усиленный складной механизм вот этого фиксатора, по заявлению, опять же, производителя, что они его усилили. Ну что, друзья, посмотрели, рассказали максимально, постараюсь поделиться информативно с вами новиночкой. Надеемся, что вам это видео понравилось. Пожалуйста, поставьте, поддержите, поставьте лайк.
Оставьте ваши комментарии, что вы думаете о данном самокате, какие у вас впечатления, ваше мнение, оно для нас очень важно. Ну а с вами был ваш верный друг Станислав, магазин Гироскутершоп. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в наш инстаграм, ссылки внизу в описании. Ну а мы вас ждем у нас на тест-драйве. Дальше очень много интересного видео, материала, также очень много подарков. Вот все для вас, наши дорогие друзья. Всем удачи, всем пока.